Приветствую вас на канале RedCat. Мой кот в сапогах продолжает играть в симулятор пчеловода. И сейчас я получаю очередные задания, чтобы получить более улучшенные сапоги, которые есть на мне сейчас. И в течение этого видео я обязательно выполню все квесты и покажу вам уже новые свои сапожки. Также я покажу, что дает лунный амулет. Куплю собачку-пчелку. Ну и также в этом видео вам предстоит найти 4 цифры, чтобы пройти квест Red Cat и получить 200 робуксов. Так что, ребята, устраивайтесь поудобнее и давайте начнем. Итак, первое, что я вам хочу показать, это амулет, который вы можете получить за 100 лунных шармов. Лунные шармы вы собираете только ночью, когда светлячки прилетают, и они оставляют такую пиктограммку с луной нарисованной. Вот именно ее, если вы соберете 100 штук, вы можете на этой платформе обменять и получить лунный амулет. Мой лунный амулет дал мне 25 тысяч контейнеров дополнительно, дал 2% по сбору пыльцы, ну и еще один баф 4% добавил мне. Так что, ребята, каждый раз, так понимаю, вы можете 100 лунных шармов здесь обменивать. И, возможно, в следующий раз будет еще круче какой-то амулет у вас. Вы также можете заметить, что теперь он у меня справа появился и все время летает вместе со мной. Как это делает амулет муравья и другие амулетики, которые вы получаете в игре. Еще один вопрос, который меня волновал, как получать штыки, когда вы атакуете вирусную пчелу, пчелу-босса. Итак, один из подписчиков мне сообщил, что тут все зависит от того, в какой комнате вы убиваете босса. То есть, если, как сейчас, в 15-й комнатке я его убиваю, то мне дают 3 штыка. Если, допустим, вот как я сейчас спустился на базовую, так сказать, локацию, то только 1 штык. Ну, а если там, к примеру, в локацию там, где 5 пчел, то 2 штыка. Ну, возможно, это действительно работает, потому что пока я действительно замечаю, что есть в этом логика. Ну и, соответственно, если на топовом поле на 25-й локации, то, наверное, там целых 4 штыка вы получите. Так что, ребята, собирать штыки будет непросто и довольно-таки долго. Но сейчас я расправляюсь с самым большим, наверное, растением, которое я пока видел, на 10 миллионов. Это прям не росточек уже, это прям целое дерево, которое нам предстоит сейчас срубить и получить очень много всяких бафов из него. Я вам потом покажу, что выпадает с обычного росточка, и вы можете потом сравнить между собой. Из этого дерева выпадет просто огромное количество разных бафов, в том числе и, наверное, около 10 билетиков. Так что если вы один его будете ломать, то вы получите действительно кучу всяких бонусов. Ну а пока я буду собирать бонусы, давайте поговорим про квест Red Cat, в котором участвует это видео. Это будет последнее видео, и после него кто-то из вас получит 200 робуксов. Итак, ребята, вы видите цифры, которые были в предыдущих видео, 4, которые я прятал. И сейчас вам нужно найти в этом видео еще 4 цифры, и все 12 цифр станут паролем, которые вам нужно будет ввести, зайдя на аккаунт Red Cat Event. Я создал новый аккаунт специально для этого ивента. Вы туда заходите, вбиваете ваш 12-значный пароль. Если вы все сделали правильно, то вы зайдете на этот аккаунт и сможете написать мне сообщение. В сообщении, пожалуйста, укажите ваш аккаунт, на который вы хотите получить 200 робуксов, и награда будет ваша. Ну а сейчас, кстати, ребят, я покажу, что выпадает с обычного росточка. Сейчас я активировал, видите, вот здесь вот за 7 легендарок вы можете это сделать бустик. И вот мой маленький росточек, он появился на самом топовом поле, всего лишь на 200 тысяч. Ну а то предыдущее легендарное дерево, оно было на 10 миллионов. Вы можете увидеть, что здесь, по-моему, даже ни одного билетика нету желеек. То есть тут самые просто обычные угощения. Ну что ж, ребята, я освобождаю место для новой пчелы. Как вы догадались, я насобирал 250 билетиков и бегу, чтобы получить пчелку-собачку. Вот так вот она классно выглядит. Действительно, очень милый зверек. Так вот показывает мне язык. Моя собачонка. Все, купил за 250 билетиков. Ребят, торопитесь, только 11 дней, может даже уже меньше, действует акция, по которой вы можете купить щеночка всего лишь за 250 билетиков. Потом будет стоить 500. Так что я надеюсь, что каждый из вас его сможет получить. Тем более, что фармить сейчас очень легко и очень быстро.
Я, наверное, за один день насобирал более 100 билетиков. Ну что, давайте устанавливаем. Есть, ребята! Ура! У меня новый щеночек! Теперь в моем улье живет и кошечка, и собачка. Не знаю, как они будут уживаться вместе. Я их решил рядом не ставить. Но надеюсь, что все будет хорошо. Видите, какой он добродушный, милый. Я думаю, что с моей кошечкой они подружатся, и все у них будет замечательно. Давайте посмотрим характеристики, какие у него. Ну, характеристики, если честно, немножко разочаровывают. Я все-таки ожидал большего, но, к сожалению, видите, у него есть только хорошая скорость по сбору пыльцы, но все остальные показатели абсолютно стандартные. Ну и также есть один прикольный баф, который он делает, он увеличивает на 20% сбор пыльцы, это действительно очень круто, но этот баф работает очень недолго, потому что вам нужно, чтобы поддерживать работу этого бафа, постоянно играться с щеночком. Сейчас вы увидите, как это происходит. Щеночек выкинет нам мячик, и нам нужно этот мячик толкать к нему. Он будет толкать к нам, и таким образом мы будем играться, перекидывая, так сказать, мячик друг дружке. Как только мячик куда-то укатится, все, заканчивается. Вот, начинаем мы игру. Он гавкает, он играется. Вот видите, окрасился в другой цвет мячик. И, к сожалению, я не пнул этот мячик к моему песику, и он укатился. После того, как он укатился, соответственно, баф уже закончился. Поэтому этот баф, по сути, очень мало времени длится. И, соответственно, особо фарма, мне кажется, не принесет. Давайте попробуем еще раз поиграться. Появился заново мячик, сейчас мы опять поиграем немножко, я бросаю, он бросает, я отбиваю, он отбивает, и все. Мячик закатился куда-то там, где домик Леди Баг. Ну и, собственно, по моим личным ощущениям, мне кажется, что это не очень топовая пчелка, но она мне просто нравится, как она тявкает, поэтому я ее оставлю себе. Но сейчас, если вы заметили, вон там палочка, которая делает пузырики, она улыбалась. Первый раз в жизни я попал на этот ивент, так сказать, вон, видите, плюнула вот сюда вот эта палочка, и здесь сейчас я мог бы получить либо же мед, либо же тикеты. К сожалению, мне не повезло, только мед. Все, палочка уже не улыбается, которая делает мыльные пузыри. Я очень часто на ананасике, на тыкве и на подсолнухе видел эти улыбочки, но вот на вот этой палке первый раз вижу, и очень рад, что наконец-то у меня получилось запечатлить этот момент, и даже попало оно в видео. Окей, сейчас я убиваю опять босса, и по идее мне дадут только один штык, потому что это самая простая локация. Да, так и есть, опять один штык я только получил. Окей, ребята. В принципе, да, наверное, теория работает, так что чем круче локация, тем круче приз будет после того, как вы убьете босса. Но сейчас я, собственно, займусь еще тем, что получу новый квест от панды. Оказывается, я еще не все квесты сделал. У мамы, кстати, медведя я тоже еще не все выполнил. Квесты у меня ни одной пчелки пока нету 8 уровня. Ну а вам сделаю еще одну подсказку касательно пароля. Дело в том, что все 12 цифр, которые вы найдете, вы их сможете найти в числе пи. Что такое число пи, вы можете погуглить. Оно пишется как 3,14 и куча-куча цифр. Так вот, после циферки 3, после запятой, все 12 цифр, которые вы увидите, они встречаются в моем пароле. Надеюсь, я вам помог. Так что, ребята, дерзайте. Кто первый введет правильно пароль, кто зайдет на мой аккаунт Red Cat Event, тот получит у меня 200 робоксов. Ну, а другие ребята, не отчаяйтесь. Я думаю, что мы будем проводить и дальше такие ивенты. Сейчас вы, кстати, можете заметить, что я получил новые сапожки уже и получаю следующий квест для того, чтобы уже проходить квесты на получение самых-самых топовых сапог для своего кота. Вы видите новое задание, которое я получил. В самом конце написано «Collect 100 Sprout Tokens». Что это такое? Это те призы, которые выпадают после того, как вы разбиваете ростки, которые появились после обновления. Это все равно, что будет, пускай там будут клубнички, пускай там будут тикетсы, неважно, что выпадает из этого росточка, все, что вы соберете, будет идти в зачет. Так что я думаю, что это задание вы тоже сможете легко выполнить. Ну, на этом, наверное, у меня все. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, поддержите меня. Ну, а я с вами, надеюсь, увидеться в следующих видео на канале Red Cat. Всем пока!